Всем привет! Меня зовут Вова Шугаев. Я менеджер команды Funnel в киевском офисе Викса. Наша основная работа – это понимать потребности пользователей и предоставлять им те инструменты, которые им нужны в каждый момент развития их бизнеса. Я true believer в TDD. Это та практика, которая позволила мне быть более продуктивным, и она позволяет перестроить мышление и процессы и больше фокусироваться на результат. У меня был момент времени, когда работать с тестами стало проще и быстрее. К этому дзену я шел несколько лет и проделал десятки проб и ошибок. Сейчас в 20 минут я попытаюсь поговорить о трех вещах, которые, мне кажется, были полезны мне и, мне кажется, помогут вам сделать ТДД повседневной практикой. Так, третьи вещи – это инфраструктура, это работа над задачей шаг за шагом, и третье – это постоянный рефакторинг. Для того, чтобы посмотреть на эти концепты, мы будем решать задачу FizzBuzz. Суть задачи предельно проста. Вам нужно напечатать цифры от 1 до 100 вместо цифр, которые делятся на 3, напечатать физ, вместо цифр кратных 5 напечатать баз, и вместо цифр кратных 3 и 5 напечатать физбаз. У меня есть начальный проекта. Здесь пару конфигураций. Есть конфигурация для JSTA, есть для TypeScript, но в целом на синтаксе. Есть файл с пустой имплементацией, где мы будем реализовать наш FizzBuzz. Эта функция принимает DOM-элемент, и мы будем ожидать, что этот DOM-элемент рендерит все, что нужно. И есть dummy-тест, который не проверяет ничего. Это всегда проходит. Я буду запускать тесты с Jest'ом в WatchMode. Он следит за изменением в коде и переранивает те тесты, которые относятся к измененному коду. Так мы подходим к первому пункту. Это инфраструктура. Инфраструктура должна быть быстрая. Вы не будете ждать по несколько минут на результатов тестов. Результаты тесты должны быть у вас под рукой, перед глазами в течение нескольких секунд. Тогда этот эффективный цикл TDD может работать. Если я поменяю что-то в своей имплементации, Jest подхватит изменения, и я до 2 секунд вижу результат того, что произошло. Второй пункт – это не решайте проблему сразу, не решайте всю задачу целиком, решайте ее по частям. Например, для нашего FizzBuzz мы можем начать с абсолютно примитивной вещи. Мы хотим понять, что у нас наш секвенс начинается с единицы. И мы пишем первый тест. Так как FizzBuzz у нас принимает DOM-элемент, нам нужно создать DOM-элемент. Я создам какой-то div, передам этот div в FizzBuzz и буду ожидать, что контент этого дива начинается с единицы. Соответственно, сразу увижу результат. Мой тест падает, потому что имплементации нету, и он падает. Поэтому давайте напишем имплементацию. Снова-таки не решаем всю задачу целиком. Решаем имплементацию, мы пишем минимально достаточный код, который позволит пройти тестом. В нашем случае это будет написать туда единицу. Тест начал проходить, и мы можем приступать к следующему шагу. Следующий шаг у нас будет проверим
Давайте проверим, что мы печатаем сотню айтемов. Та же инициализация, но теперь мы наш контент сплитнем по пробелу и будем ожидать, что таких айтемов у нас сотня. Снова первый тест пойдет, второй не пойдет, и мы можем идти писать какую-нибудь имплементацию. Снова не заморачиваемся. Минимальная имплементация, которая позволит этому тесту пройти. Все, он прошел, и можем двигаться дальше. Сейчас у нас наша имплементация печатает сотню пустых айтемов. Давайте заставим ее печатать нам цифры. Для этого тот же код инициализации. И создадим сотню айтемов от 1 до 100. Примапим их в строку. Будем ожидать, что наши токены теперь будут равняться этому expected number. Мы видим, этот тест упал. Мы ожидаем цифры от 1 до сотни, как и хотели. Получаем пустые строки. Соответственно, нужно пойти в имплементацию и это дело поправить. Я соберу этот массив, просто добавив к индексам 1 и получу то, что у меня пройдет тест. В этот момент, когда все тесты зеленые, я могу перейти к третьему пункту нашей программы, это рефакторинг. Рефакторинг в тестах зачастую более важен, чем рефакторинг вашего продакшн-кода, потому что тесты зачастую с вами надолго. И здесь я вижу, что в каждом тесте у меня повторяется инициализация. В принципе, это хороший бы повод ее отсюда вынести. Я могу вынести tokens, сказать, что я их заинициализирую для всех тестов. Она не использовала часть инициализационной логики из теста. Теперь все инициализацию, да, там, где у меня используется токен, я могу убрать. Мои тесты будут сюда проходить. И я, в принципе, могу поменять вот этот тест на то, чтобы использовать мои токены. И теперь проверять, что нулевой токен равен 1. Cool. Мы порефакторили тесты. Мы убрали дубликацию, мы получили более читаемые тесты и можем, в принципе, продолжать. Следующий наш шаг будет в том, чтобы напечатать физ вместо цифр кратных тройки. Как мы это сделаем? Мы можем взять токены, мы можем взять каждый третий айтем из них
можем положить это все в сет, который даст нам уникальные значения, и ожидать, что этот сет будет равняться сету, в котором лежит только физ. А этот тест упадет, соответственно, мы ожидаем физ, получили пачку значений с цифрами. Нам нужно написать на эту имплементацию. И мы это сделаем. Проапдейтит нашу mapping-функцию. И для каждого третьего айтема мы будем возвращать физ. Наш тест последний прошел, но упал предыдущий тест, где мы проверяли sequential number. Упал он потому, что наши требования начали противоречить друг другу. Мы не можем написать и цифры, и физ одновременно. И тесты именно этим и прикольны, потому что они позволяют вам идентифицировать места, где вы сделали противоречивые требования. Таким образом, мы можем понять, что привести эти требования к какому-то общему знаменателю. Мы можем исключить отсюда каждый третий item. Получим. Получим тест, падающий уже по другой причине, потому что у нас есть неожиданное значение физ, и это мы лечим тем, что будем ожидать subarray, а не array quality. Все, теперь наши тесты проходят. Мы можем двигаться к следующему айтему, это implemented buzz. Снова-таки начинаем с падающего теста. Убеждаемся, что он таки упал. Пишем имплементацию, которая эту вещь вылечит. Получаем зеленый последний тест. Видим противоречия в предыдущих требованиях. Понимаем, что да, здесь нам нужно исключить еще и пятерки. Тест пройдет. И мы понимаем, что да, есть какое-то количество цифр, которые кратный и 3, и 5. Эту штуку нам также нужно исключить. В результате все должно начать проходить, и мы можем ринуться к следующему айтему. Это, собственно, финальное требование – печатать физбаз. Там он падает. Да, он падает прямо. Пишем для него имплементацию. Снова обнаруживаем противоречивые требования. Как их лечить, мы уже знаем.
И в результате мы должны увидеть все тесты зелеными. Вот, теперь мы знаем, что наш физбаз работает. У нас есть несколько тестов, которые довольно сложно читаются. Это должна быть следующим пунктом того, что мы улучшим. И я предлагаю вам на досуге подумать, как бы вы зарефакторили эти тесты, чтобы они читались так же легко, как и эти два. Всегда стремитесь к тому, чтобы тесты были читались как простой английский, да, то есть если вы говорите, что вы ожидаете сотню айтемов, и в тесте написано expect сотню айтемов, это вызывает минимум недопонимания и читается намного проще, чем вот это, где вам нужно задумываться, что же это значит. Cool. Сейчас я не запускал браузер, я не смотрел, что происходит, я не писал Google Console логи, я не заходил в дебаггер, и это все мне позволяет сделать быстрая инфраструктура, которая дает сразу же фидбэк о тестах. А я могу, в конце концов, решить, что я хочу проверить, как же это все работает в браузере. Видеть, что да, работает в принципе так, как я и ожидал. Но я избегаю всех свичей вперед-назад, потерь фокуса и так далее. Итого, если вы стремитесь к продуктивности, и если вы думаете, ТДД вам в этом поможет, а я думаю, оно вам поможет, если вы будете готовить его правильно, смотрите на три вещи. На быструю инфраструктуру, не решайте задачу целиком, решайте ее шаг за шагом и постоянно рефакторьте. И рефакторьте тесты, определяйте большее внимание рефакторингу тестов, нежели рефакторингу кода, потому что хороший сьют тестов позволяет вам рефакторить код столько, сколько нужно, и делать это легко и не напряжно. Пробуйте, улучшайтесь. Пробуйте снова, и у вас все получится.